Здравствуйте, в эфире «Тема дня». Сегодня мы будем говорить о здоровье, а гость нашей программы – врач-нефролог Александр Соколов. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Максим. Ну, для начала с прошедшим вас профессиональным праздником. В конце марта мы отмечали День нефролога. В связи с этим и пригласили вас в студию. Поговорим о болезнях почек. А, насколько это вообще тема актуальна? Как часто люди к вам обращаются? Что вообще из себя представляет это хроническое заболевание? Угу. Ну, для начала, наверное, да, чтобы подчеркнуть актуальность проблемы, несколько статистических данных ВОЗ, да, ну, в мире более... 850 миллионов человек страдают хронической болезнью почек да, и а, также хроническая болезнь почек является причиной смерти примерно двух с половиной людей в год. Да? То есть проблема достаточно актуальная. То есть 850 миллионов это практически, ну, там, условно говоря, каждый 15 человек? Да? да, то есть поэтому проблема действительно очень актуальна. Ну и в России примерно 40 тысяч человек на гемодиализе находятся. Что касается хронической болезни почек да, в целом, ее коварство в первую очередь в чем заключается? В том, что симптомы на ранних стадиях болезни могут полностью отсутствовать. И человек узнает о своем заболевании в лучшем случае случайно, да, когда он, к примеру, ну бывают такие ситуации пошел закрыть больничный лист да, у участкового терапевта. Но по каким-то причинам доктор назначил ему биохимический анализ крови и, собственно, выяснилось, что у пациента снижена скорость клубочковой фильтрации это очень важный показатель, да, который оценивает функцию почек. И казалось бы, да, на поверхности заболевания не лежит, и пациент себя чувствует более-менее. Да? Но опытный врач понимает, что у него имеются факторы риска: да? к примеру, лишний вес, сахарный диабет либо гипертоническая болезнь, то есть повышенное артериальное давление, которое зачастую пациент еще не лечит, потому что считает, что ему комфортно так, да? И доктор понимает, что здесь надо уже бить тревогу, потому что все эти факторы риска, они способствуют прогрессированию заболевания, и в итоге это все может привести, минуя несколько стадий, к терминальной почечной недостаточности. Когда почка полностью теряет свою нормальную функцию, а нормальная функция почек заключается в чем? То есть, первое это удаление излишка, то есть излишнего объема жидкости, да, из mm -hmm. организма, потом очистка крови от токсинов, которые образовались в процессе жизнедеятельности, да, mm -hmm. организма, важное участие в минерально-костном обмене, ну и в кроветворении. Человек узнает, что у него есть проблемы с почками. Лечение каким, каким образом происходит? Сразу гемодиализ или все таки сначала какая-то медикаментозная терапия? Ну, это в зависимости, как я уже говорил, от стадии, да, на которую mm -hmm. он обратится. То есть если этого человек узнал случайно да, в ходе вот такого обращения, либо в ходе диспансеризации, да, которую он проходил, конечно, доктор зафиксирует эти нарушения и максимально долго постарается сохранить функцию его почек да, методами консервативной лекарства. Угу. Терапии, да, какой-то. А, но бывает, к сожалению, так, когда пациент уже по скорой помощи срочно попадает в отделение реанимации, и чтобы сохранить ему жизнь, гемодиализ проводят неотложно. Угу. Вот такие вот ситуации. Каким-то образом, ну, вот вы говорите, что могут и не возникнуть симптомы, но есть какой-то набор вещей, которые могут за... насторожить человека и подтолкнуть его к тому, что а они ли к врачу, не ну... ли да. И спонсоризацию. Ну, во-первых, желательно поинтересоваться своим семейным анамнезом. Да? Допустим, у близких родственников mm -hmm. могут иметься какие-то заболевания, там нефриты, поликистоз, почек, mm -hmm. еще какие-то заболевания контролировать э, такие важные заболевания, как сахарный диабет, да, казалось бы, сахарный диабет, ну, для обывателя можно подумать, что э, особой связи нет, хотя mm -hmm. почка — это один из органов мишени, да, который поражается. Это одна из самых главных причин, которая, собственно, приводит, да, подталкивает потом человека к необходимости проведения заместительной почечной терапии, э, контролировать артери артериальное давление, да, обязательно. Э, ну, из симптомов бывает, да, ну уже на, на поздних стадиях неприятный такой ацетоновый запах изо рта, шелушение зуд кожных покровов, тошнота, рвота, э, общая слабость, вот такие симптомы. Вот такие симптомы уже свидетельствуют о том, что нужна заместительная почечная терапия, то есть э, диализ. Я правильно понимаю? Ну нет, показания к диализу в первую очередь э, выставляются на основании лабораторных анализов, да, которые mm -hmm. э, сдаются. Ну и, и не только на да, на основании лабораторных, а в совокупности все: и клиническая картина, и лабораторные анализы, и врач уже принимает решение о том, что человек нуждается в методах заместительной почечной терапии, и без них, к сожалению, он полноценно жить не сможет. Что вот это за терапия? Как, это аппарат, искусственная почка. Соответственно, человек к нему прям привязан? Или все-таки он может продолжать жить относительно свободной какой-то своей размеренной жизни? Ну, смотрите, значит, что такое да, вообще гемодиализ? Это действительно такая процедура, при которой человека с помощью специальных магистралей да, подсоединяют к аппарату искусственной почки, кровь забирается в аппарат, там очищается, и потом возвращается mm. пациенту обратно. И человек вынужден ходить на такую процедуру три раза в неделю по 4 часа. Принципы не поменялись работы вот за последние несколько лет? Или все-таки идет какой-то прогресс и а, чуть более комфортной становится жизнь таких пациентов. Нет, конечно, сама сама технология улучшается, да. Если конкретно вот поговорить, да, о о, о диализаторе, да, вот, mm -hmm. то есть это, это как раз таки та вещь, то есть там мембрана, через которую происходит очистку. Тут можно обратиться к Вильяму Толхамеру, да, еще, который в 1936 году использовал производства сосисочного целлофана, да, чтобы создавать громоздкие такие пластинчатые идеализаторы, через которые собственно очистка происходила сейчас. Это уже высокотехнологическое такое приспособление, миниатюрное, комфортное, да, где в такой колонке помещается примерно 20 тысяч полуволоконных капилляров, размер которого... Ну, чуть больше человеческого волоса да, И внутри этих капилляров протекает кровь А снаружи это все омывается Диализирующим раствором да, И система идет в противоток И то есть урумические токсины Которые накапливаются, они удаляются А чистая кровь возвращается обратно пациенту и естественно ввиду прогресса технологического степень очистки стала намного лучше и пациенты действительно за исключением того что вот они вынуждены придерживаться вот этого режима да, о котором мы сейчас говорили они фактически живут полноценной жизнью и даже путешествуют допустим в нашем центре точнее в нашей в сети в наших центров насчитывается более 80 центров диализных и человек Который получает лечение у нас, он может приехать в другой регион, к примеру, в отпуск, да, и получать э, по месту отдыха диализ. То есть ты, получается, путешествуешь между одной искусственной почкой и другой, да? да так да, получается. Да. По-другому никак. Есть ли какие-то ограничения в диете, в там... Увлечениях. Можно ли заниматься спортом? Ну, конечно, да. Мы рекомендуем придерживаться определенной диеты. Диета ⁇ это, в принципе, основа. В первую очередь нужно контролировать калий, да, потому что это очень важный ион, который за многие у нас функции в организме отвечает. Его так. не должно быть много? Его не должно быть много, не должно быть мало. То есть mm -hmm. это константа, да, определенная. И выход из этой константы чреват фатальными нарушениями. Потом контроль фосфора, контроль объема жидкости обязательно тоже, потому что излишек жидкости может вызвать отек жизненно важных органов. Вот это вот основные mm -hmm. такие моменты. Ну, а недостаток, соответственно, и и недостаток тоже, естественно, то есть это четкие константы. То есть есть у вас какой-то набор, скажем так, основных продуктов, которые рекомендовано есть? Да, набор продуктов. Мы даже недавно выпустили брошюру такую очень интересную, то есть питание пациентов на гемодиализе. С удовольствием поделимся со всеми кого-то интересно. Какой самый полезный продукт? Слушайте, ну тут все индивидуально, на самом деле подбирается под каждого пациента по результатам его анализов. нет золотого стандарта ясно, а, ну помимо диализа есть ведь и другие варианты э, лечения, да, например э, пересадка почки. Насколько этот вообще э, вариант, э, скажем так, позволяет человеку избавиться от хронического заболевания своего? Ну вот выделяют следующие методы, да, заместительная почечная терапия это перитональный диализ, классический гемодиализ и э, собственно трансплантация почки, да? А перитональный ну, диализ. Э, перитональный диализ он э, заключается в следующем, то есть пациенту в брюшную полость устанавливаются катетеры специальные, да, через которые ему заливаются солевые растворы тоже специальные, э, которые с помощью такого физического явления как осмос вытягивают шлаки. Угу. Потом эти растворы удаляются. Э, ну, естественно, каждый метод он имеет свои ограничения, преимущества, недостатки. И вообще ну, не нужно рассматривать все методы заместительной почечной терапии в контексте конкуренции да, какой-то. Эти все методы дополняют друг друга. Когда пациент приходит к врачу, в зависимости от его основного заболевания, сопутствующей патологии, мы подбираем ему тот метод, который для него будет, скажем так, лучше в данной, в данной ситуации. Да. Пересадка почки, да, тоже очень эффективный метод, но опять же, она, существует очередь на пересадку, mm -hmm. то есть кто-то ждет полгода, кто-то два года, кто-то, к сожалению, больше, то есть сроки разные, да, пока подберут донора, ну и потом функционирование почечного трансплантата, оно тоже, скажем так, разный срок имеет, да, и рано или поздно он, перестает работать, и пациент mm -hmm. вынужден попасть опять на гемодиализ до следующей операции. То есть сроки тут тоже разные. У кого-то 18 лет, у кого-то 5, у кого-то 10. Тут mm -hmm. как повезет пациенту уже. Ну, то есть это не предугадать, это не как, предугадать, как да. организм себя поведет. Естественно, да. То есть это очень много, многофакторная проблема такая, mm -hmm. скажем так. По вашему опыту больных этими хроническими заболеваниями становится больше меньше, ну вот по Карелии хотя бы, если посмотреть, насколько ну, насколько да, это ситуация? количество пациентов растет. И еще дело в чем тут. Вот даже если мы, скажем так, ретроспективно немножко взглянем, 2008-2009 год проблема гемодиализа стояла очень острой. Многие больные просто не доживали да, до него, угу. потому что не могли попасть на гемодиализ. Но после того, как э, гемодиализ погрузили в систему ОМС, да, и гемодиализ стал финансироваться территориальными фондами, ну то есть бесплатным, стал, да, для стал жителей. бесплатным mm -hmm. для жителей э, России, да, э, Проблема решилась и во многих местах, э, скажем так, э, во многих районах, э, регионах э, даже образовался профицит диализных мест, то есть пациенты могут выбрать центр, который им нравится по территориальному признаку, либо по каким-то другим. Ну, вы уже говорили о генетической да, предрасположенности, о необходимости соблюдать диету. Что можно посоветовать тем, кто еще, и я надеюсь, может быть, и никогда не испытают этих проблем, как, в общем, обезопасить себя от таких угу. заболеваний? Ну, в первую очередь, что э, нужно регулярно ходить на профосмотры, на э, диспансеризации, э, соответственно, выполнять рекомендации врачей, э, ну и также следить за своими основными заболеваниями, к примеру, если есть гипертоническая mm -hmm. болезнь, лечить ее, да, не запускать, то есть следовать рекомендациям врача и э, лечить свои основные заболевания. Это основное. Ясно. Ну что ж, спасибо вам большое за разговор. Вас с, еще раз с прошедшим праздником. Ну, будем надеяться, что э, пациентов у вас будет меньше, а население наше здоровее. Да, Всего вам доброго. Всего доброго. Это была программа «Тема дня». До свидания.